На летний период проезд на территорию перекроет шлагбаум. Это необходимо для упорядочения транспортного потока и в целях безопасности. Каждому въезжающему автомобилю 15 минут здесь можно находиться бесплатно. Этого достаточно, чтобы высадить пассажиров, а за дальнейшее времяпровождение надо будет заплатить. Расположенное неподалеку здание администрации необходимо в кратчайшие сроки привести в надлежащий вид. Глава курорта поручил сделать эскиз, перекликающийся со стилевым решением здания железнодорожного вокзала. И если земля под строением не узаконена, оформить необходимые документы. Срок – месяц. До начала курортного сезона нужно успеть. Меня интересует, во-первых, безопасность пассажиров. Во-первых, подчеркиваю. Конечно. А во-вторых, их комфорт. То есть людям должно быть удобно.